Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джану Самаюктам Биндаванам Манохара Ванча Калпатару Вашаки Пасинду Вивача Патитананг Павуне Бхавишнаве Бхьо Наму Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангунглам Хайтагирам Ятки Патам Анга Ванди Парамананда Мадвам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кешава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Наром Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мадире Санкиртане Кришна Катха Упадеша Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Йукта Бхакти Прамадакша Джагод Бараня Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштатухам Тетас Падам Сива Виринчинутам Сараням Бхеттатихам Панутапалла Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Джатпада Паллаванака Чандамани Чатай Биспуриджи Такимапика Бабадушва Дарси Пурнану Рагара Сасагара Сара Мурти Сарадика Майкада Кипам Кируси Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Раму Раму Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бадату Санкиртанай Капитару Камала Йотакшу Вишам Бару Диджавару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Аватару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам. Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупенна сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вивушита вама бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Барану Сипурапати Бхаджави Санатам Паги Саджасу Бхадани Лакшмир Джасу Чабакшаси Джасиасидай Самби Твам Нишинга Махамбхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе.
Vasa Moho Charanarenu Jusha Mahamsam Brindavane Kimapi Gulpan Latao Shadinam Jadustaja Sajjanamaja Patanchahita Bheju Mukunda Padabim Sutavim Binigam Asa Moho Charanarenu Jusha Mahamsam Bindavane kimapi gulmalatao shadina Jadustaja sajjanamaja patanchahita Bheju mukunda padabim sutivim bamigam Gaurya Goshtipati Sisila Bhakti Gaurya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупада Парамахамса Джагадгуру сказал that we are dead body. Мы мертвецы, мертвые тела. У нас нет признака жизни, нет четана, признака четана. Парамахамса Джагадгуру said that we are dead body. There is no symptom of any chetana. It is a usual siddhanta vichara. У нас нет признака сознания. В соответствии с Сиддханта Вичаром, каждая дживатма стремится совершать служение. Однако в нас такого настроения нет. Что указывает на то, что мы мертвецы. То есть мы наши тела мертвы, мы мертвы, но мы можем управлять телами, своим телом. То есть признак четана, признак сознающей души, заключается в ее непрекращающем стремлении служить. Прабхупада написал в статье Вайшнаваке. If there is no life, no question of any harikatha, no question. Если нет жизни, не может быть и харикатхи, не может быть проповеди. Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакура объясняет эту мысль. Что вы подразумеваете под праной? Прана — это жизненная сила души. Шаранагати — это главная составляющая преданного, это скелет баджана, это то, на что упирается баджан. Несмотря на то, что в сердце может прорасти, то есть в семе находится в сердце, но если нет шаранагати, семя не прорастет, росток не образуется. Бхактилата не нуждается в поддержке. Если вы в саду посадите какое-то растение, со временем ему понадобится то, на что какая-то палка, на которую он сможет опираться, к которому подвязывают это растение. И для дживатмы такой опорой является гуру и вайшнава. Без них не может быть бхакти. Шаранагати — это самое главное в нашей жизни. Как я говорил вчера, Бхагаван Шри Кришна хотел поделиться самым сокровенным богатством,
которое крайне редко достижимо. Он хотел, как мы знаем, Махапрабху пришел в этот мир для того, чтобы распространить Онута Уджвала-расу. Но сколько были готовы принять ее? В последней шлоке Шикшаштакам Чайтанья Махапрабху говорит: Он учит нас этими словами, он указывает, что нет ничего выше Онута Уджвала-расы. Но это не значит, что каждый дживатма может запросто принять, получить то, что пришел дать Махапрабху. Он хотел, чтобы каждая дживатма получила это. Но кто был готов? Сколько из нас были готовы получить ее? Паракия Бхава — это Онута Уджвала-раса. Под руководством Радхарани — это наша высшая цель. Нет ничего выше. Об этом говорит Махапрабху. Но для нас она недостижима. Это необычайное, редкое сокровище. И если бы каждый мог обрести Онута Уджвала-расу, то кто бы привлекся другими расами? Как я вчера объяснял, разные семена дадут разные ростки, то есть из них произойдут разные растения. Дживасвапа Хоя Кришна Нитядас. Это основа. Как только вы осознаете свои сварупсидхи, вы поймете, что вы являетесь слугой Кришны. Но это основа, это самый фундамент. Вы осознаете семя, которое находится в вашем сердце. Возможно, у кого-то из нас есть сокровенное семя в сердце, есть сокровенное семя, уникальное семя Мадхур-расы. Кто знает? Наступит день, когда все мы получим сварупсидхи. То есть это минимум, к чему мы должны стремиться. То есть именно эти ситхи дадут нам ясное понимание того, что мы являемся вечными слугами Кришны. Raganuga Bhakta, developing some greed, lobha. Вспомните, я... Previous life. This life you cannot find. Already previous life. Предположим, в прошлой жизни кто-то получил общение Рагануга Бхакт, и в его сердце остались самскары. He can come, he can... И в нем уже появилась жажда общения с таким преданным. Уже появилось стремление к Рагануга Бхакти. Естественно, он придет именно в эту линию. Рупануга — это Рагануга, однако не все Рагануги являются Рупанугами. Но тот, кто в этой жизни развел жадное стремление, должен принять прибежище у Гурудева, и по его милости его жажда увеличится. Предположим, все мы получили посвящение у подлинного Вайшнава. Кто из нас, чье стремление будет сильнее? Все зависит от того, насколько мы будем служить. Постепенно, в соответствии с нашим служением, у нас разовьется жадное стремление к
к одной из рас. И в соответствии с ней мы найдем общение для себя. То есть мы пойдем к Вайшнаву в соответствующей расе. Все совершали, все наши махаджаны совершали расу, совершали баджан, обладали расой. Юдхиштхира Махарадж и так далее. Но у каждого из них свое настроение. Каждый из них обладает своей уникальностью. И Марадж Махарадж – один из Двадаша Махаджан. Он говорит, благодаря милости Бхагавана, мы, 12 Махаджан, поняли, что есть Бхагавата-дхарма. Мы также следуем Двадаша Махаджанам. Потому что они следуют, все они следуют Бхагавата-дхарме. Мы также следуем Бхагавата-дхарме, соответственно, мы следуем им. Но мы не следуем их. Влечению к одной из рас. То есть мы не следуем в отношении расы Прохлада Махараджа. К примеру, Нарад Дас Такур говорит в связи с этим. Мы определенно следуем махаджанам, 12 махаджанам, тем, кто следует Бхагавата-дхарме. Мы с почтением относимся к ним. Однако в отношении возвышенной сиддханты, в отношении вкуса, процесса баджана, мы не являемся их последователями. Мы обязаны следовать пути, которые указали нам махаджаны. Но Прохлад Махарадж жил в Сатья-югу, а затем пришло много других махаджан. Затем пришли Шат Госвами, потом Бхактивинод Такур, потом Горакшнатас Бабаджи Махарадж, Шрила Прабхупада. И кому же именно следовать? Нарад Дас Такур пишет. Необходимо гармонизировать учение предшествующих махаджан и тех махаджан, которые пришли после. Неправильно думать, что мы должны следовать Дживи Госвами Паду, но не следовать Прохлад Махараджа. Нет, необходимо гармонизировать их учение. Затем мы должны понять особенность каждого из них. We can follow him, but we cannot dishonor previous Mahajan.
Мы должны следовать Шрилу Бхактивинода Тхакуре и другим нашим махаджанам, но не должны в то же время пренебрегать предшествующими махаджанами. Хотя, естественно, если мы следуем Бхактивинода Тхакуре, мы также выражаем почтение Шриле Прахлад Махараджу. В Брихат Бхагаватамрите описывается бесчисленное количество преданных и упоминается уникальность каждого из них. Шанкар Бхагаван, Юдхиштхир Махарадж, Прахлад Махарадж и так далее. Брихат Бхагаватамритам представлены они в сравнительной степени для того, чтобы мы поняли значимость Рупанога Бхакти. Каждый обладает любовью к Кришне. Каждый из них любит Кришну. Но их любовь уникальна. Каждый любит его по-своему. Мы, будучи гауди, преданными гаудиями, мы следуем читанию Махапрабху. И читание Махапрабху хотело даровать нам этот сокровенную унату Ужвала Прему. Но не каждый квалифицирован, не каждый способен ее принять. Ведь у кого-то из преданных в сердце семя Ватсалья Раса, у кого-то... Даси и так далее. Гопи Бхактур Падакамалер Дасу Даси. That is the topmost thing. Bhagavan Sri Krishna wanted to give. Bhagavan Sri Krishna wanted to give this topmost treasure to Uddhava. Bhagavan Sri Krishna хотел дать это сокровенное. Это редчайшее сокровище Удави Махараджа. После того, как Удава Махараджа осознал славу Гопи, у него появилось жадное стремление к унату Уджвала Бхакти. Сахаджи, которые хотят стать гопи, не обладают таким жадным стремлением. Они, будучи обусловленными душами, даже не осознали свои сварупсидхи. И на Радакунде раздают сварупы за 500 рупий. То есть, если вы заплатите 500 рупий, вам откроют вашу сварупу. Но, конечно же, процесс не таков. Это не какая-то дешевка. Прабхупад объясняет, что по милости Бхагавана, наступит день, когда по милости Бхагавана вы получите особое указание, когда вы осознаете свою сварупу, осознаете свою принадлежность к той или иной расе. Я надеюсь, я мечтаю о том, чтобы стать пылинкой на лотосных стопах гопи. Это и есть жадное стремление, это и есть жажда к этому. Но у сахаджи такой жажды нет. И одно лишь стремление, такое стремление многого стоит. Это не дешевка. First take shelter until it was with Gurudev, then he can develop it.
So Uddhava Maharaj developing greed. That is called greed. Greed. I hope I want to become a dust particle unto a lotus feet. Я хочу стать пылинкой на лотосных стопах гопи. То есть такое желание указывает на то, что мы хотим стать слугами гопи. Уддхава Махарадж молится о том, чтобы родиться во Вриндаване как растение, в форме растения, для того, чтобы гопи, проходя по земле Вриндавана, касались своими лотосными стопами его. Как мы уже говорили, Уддхава Махарадж является величайшим преданным, однако до сих пор он не развил рагануга бхакти в своем сердце. Он не может отказаться от следования правилам и предписаниям. Вспомните, когда Кришна дает ему наставление, он сбивается, он, Уддхава Махарадж, в замешательстве, он не знает, как примирить их. Однако у него есть сильное желание служить гопи. И Бхагаван Шри Кришна дает ему такую возможность, дает ему возможность, при помощи которой, ухватившись за которую, он сможет обрести то, к чему стремится. Ведь посмотрите, для того, чтобы обрести расу, необходима емкость, куда налить ее. Если у вас есть небольшая емкость, то много вы не унесете. Но если есть большой кувшин, вы сможете, у вас будет возможность принять столько, сколько вы хотите. В местах, где засуха, собирают дождевую воду. Каждый выносит, расставляет тазы для того, чтобы насобирать ее. И когда Бхагаван посылает дождь, он не несет ответственности за то, сколько вы сможете набрать. Все зависит от того, насколько великие емкости, которыми вы, которые у вас есть. Когда Чайтанья Махапрабху пришел в материальный мир, он раздавал прямо вне зависимости, есть ли у вас емкость или нет. Но это исключение. Сейчас, в наше время, такая возможность недоступна. Знаете, на рынках, в супермаркетах бывают большие скидки, 50% скидка. Но такие скидки бывают изредка. Далеко не всегда. Во время читания Махапрабху было неважно, какой емкостью вы располагаете, насколько велик ваш кувшин. Но теперь другие времена. Distribute to everyone. No, not the
Он раздавал всем и каждому, без исключений. Раздавал прямо каждому, но сейчас такого нет. Некоторые говорят, что Наротандас Такур сказал, что Махапрабху раздавал прему даже тем, кто не совершал баджан. Если бы он действительно так сказал, то есть имеется в виду, что Наротандас Такур говорит, что это происходило во время Махапрабху, но сейчас каждый получит прему в соответствии со своим баджаном. Нельзя пренебрегать садхана смарана баджаном. Баджан необходимо совершать должным образом, памятовать. И то, о чем, на что вы будете медитировать во время баджана, вы обретете, достигнув сиддхи. Никак иначе. Не может быть так, что во время садхана вы будете думать о каких-нибудь слонах, а в конце концов достигнете Кришны. В конце концов получите Кришну. В соответствии с вашим баджаном, смараном, вы и получите ситхи. Как я говорил вчера, все реки, каждая река имеет свой источник. Ганга приходит с Гималаев, берет свое начало в Гималаях, Мандакини также из Гималаев, но у нее другой источник. Ямуна также с другого источника. Нармада с Амалканте. Но несмотря на это, все реки, несмотря на то, что каждая река уникальна, она обладает своими особенностями, своим собственным, то есть берут свое начало в определенном месте, но когда они впадают в океан, они перестают быть отдельными личностями. Ганга уже не может сказать, что она стала Гангой. Она впала в океан, стала единой с океаном. Точно так же, когда йоги, муни и риши достигают ситхи, забывают о своем материальном теле и полностью теряют ощущение себя, то есть свою идентификацию, сливаясь с Браманом, с Браманом. Казалось бы, что гопи также забывают о себе. Они забыли о своих семьях, о своем происхождении. И даже забыли о том, что забыли о общественном мнении. Но все-таки это совершенно разные случаи. Нельзя сравнить йоги и гьяни с гопи. Sometime
Bhagavan speaking, Mai Sarvani Karmani Nirapeksha Samacharo. It is the question of Karmajo. Mai Sarvani Karmani Nirapeksha Samacharo. Sometime Bhagavan speaking about Yoga, Jadidam Manasa Bacha, Jadidam Manasa Bacha, Chakshubhyam. Кришна дает, казалось бы, абсолютно противоречивое наставление Удаве. То он говорит о йоге, то он говорит о гьяне. Затем он говорит: «Оставь все, приди ко мне, тебе ничего не нужно». И, естественно, Удава Махараджа был сбит с толку. Он не знал, о чем и думать. То Бхагаван говорил о карма-йоге, то о гьяна-йоге. Для того, чтобы помочь Удаве, Бхагаван говорит: не переживай, я хочу, чтобы ты остался в материальном мире как мой представитель. Поэтому я хочу наделить тебя знанием в соответствии. С уровнями сознания людей к тебе будут приходить разные люди и задавать самые разнообразные вопросы. Я хочу, чтобы ты смог ответить на вопросы каждого. Удава Махараджа говорит: если я буду стремиться к обрету какие-то ситхи, освобождение, разве это будет хорошо для меня? В то же время, когда Кришна говорит ему отказаться от всего, Удава Махарадж полон сомнений. Он думает: ведь это греховно отказаться от наставлений Вед, священных писаний. Но Кришна объясняет: я и есть Веды, я и есть священные писания. Поэтому, предавшись мне, ты не совершишь никакого оскорбления. Наше тело можно сравнить с деревом, на котором растут два вида плодов — пап и пунья, грехи и благочестие. Более того, весь материальный мир можно сравнить с таким деревом. На нем произрастают два вида плодов — пап и пунья. This body can be compared with trees, and there two birds staying. На этом дереве живут две птицы. Одна дживатма, а вторая параматма. In this body, always jivatma, paramatma staying together. At any journey, wherever you go, you can take bath. В какой бы форме жизни не приняло рождение живое существо, дживатма всегда находится в компании параматмы. Они закадычные друзья. But the difference between Paramatma and Jivatma is that Paramatma not eating any fruits of the tree. Между ними существует разница. Разница заключается в том, что Параматма не вкушает плоды, растущие на этом дереве, в то время как Параматма постоянно занимается этим. Она постоянно вкушает плоды.
счастья и горя. Удава, если ты, говорит Бхагаван, сможешь выйти из-под влияния трех гун материальной природы, сатва, раджа, тама, гуны, тебе не придется больше страдать. Но как же сделать это? Никто за секунду не может избавиться от их влияния. На самом деле, при помощи сатвы необходимо победить тама и раджа, а затем при помощи шудда сатвы нужно победить материальную сатву. Так, прежде всего, необходимо выйти из-под влияния раджа и тама, затем из-под влияния сатва-гуны. Потому что если вы останетесь под влиянием сатва-гуны, вы не сможете достигнуть никаких результатов, потому что она материальна. Она также является причиной нашей обусловленности. Нам кажется, что это нечто хорошее. Да, возможно, относительно она хороша, но она также заковывает вас в цепи материального существования. Потому что когда вы попадаете под влияние сатва-гуны, вы хотите спокойной жизни. Хотите накапливать знания. When you develop satagun, usually those who are starting satagun, their knowledge, they gather so many knowledge. Because rajagun, люди в сатвагуне склонны к счастливой жизни, склонны к накоплению знания, но это знание материально. Итак, необходимо выйти из-под влияния всех трех гун материальной природы. Но как же сделать это? Как я уже сказал, тама и раджа побеждаются сатвой, а сатва, материальная сатва побеждается шудда сатвой. При помощи гуру севы. Если у вас есть сильная вера в Шри Гуру, вспомните историю Шриниваса Ачарьи. До тех пор, пока у вас не появится сильнейшая вера в лотосные стопы возвышенного преданного, в подлинного гуру, это невозможно. Если вы примете как гуру обусловленную душу, вы не сможете выйти из-под влияния трех гун материальной природы. Это возможно сделать лишь благодаря гуру Вайшнава Бхакти.
саттам раджастама ити гуна буддхер на чатманаха. Сато раджатама ити гуна, it is developed from Buddhi, not from Atma. Atma has no relation with this material guna. Атма не вступает в отношения с материальными гунами. Я уже говорил об этом, что у нас нет абсолютно никакой связи с материальным миром. Нам нечего здесь делать. Но мы вынуждены пребывать здесь, сталкиваясь с болью и счастьем. Атма уникальна, трансцендентна, полна знания, блаженства. Она обладает четырьмя качествами, под таким же, как Бхагаван. Разница заключается лишь в количестве. Бхагаван Бригу Чайтани, а Дживатма обладает этими качествами в ограниченной степени. У нас есть свобода выбора. Но мы очень слабы в сравнении с Господом. Мы настолько слабы, что в любой момент майя может покрыть наше сознание. Как это произошло с Аджамилой? Аджамила был неплохим человеком, он был хорошим. Сказано, что он был очень благочестив, он поклонялся Шаладраме, он глубоко почитал своих отца и мать, выражал почтение всем старшим. Он находился под влиянием сатва-гуны. Но когда он увидел одну грязную сцену, он позабыл обо всем. Все его этические стандарты, мораль покинули его. Он был браманом, но проблема была в том, что он не обладал гуру бхакти. Одно дело получить брахмический шнур, но необходимое брахма гайтри, маха мантра. И Аджамила получил эти мантры. Говорится, что если повторять одну лишь брахма гайтри с полной верой, рано утром до восхода солнца, каждый день, изо дня в день, можно достигнуть освобождения. Если вы мне не верите, попробуйте. Попробуйте, делайте, следуйте этому правилу, и вы увидите, насколько сильными вы станете. Гайтри в переводе означает освобождение. То есть, если вы будете воспевать гайтри, то вы достигнете освобождения. То есть, дословный перевод, если вы будете воспевать эту песню ежедневно, ранним утром, 100% вы выйдете из-под влияния майя, вы получите освобождение. Именно поэтому нам дают брахма-гайтри. Она помогает нам выйти из материальных оков. Она очень могущественна. Но для того, чтобы обрести прему, мы зависим от махамантры. То есть мы нуждаемся в махамантре. То есть Брахма Гайтри дарует освобождение, а Кришна мантра дает прему. But that Satogun was not enough
in his life. I mean, not Shuddha Sattva, a mixed Sattva, na? Anybody having some, if we say, is Shatagun, that doesn't mean he is having pure Sattva, mixed Sattva. Always, if you have Sattva-gun is a predominating factor in your life, that doesn't mean you don't have Rajagun Tamagun. Но, конечно же, если вы, если кто-то находится под влиянием сатва-гуна, это не означает, что только чистая сатва-гуна в его жизни. Нет, в этом материальном мире все перемешано. В соответствии со своими предшествующими самскарами, кармой, которую он сейчас получает, присутствует как примесь тама, так и раджа-гуны. Да, возможно, в случае Джамила сатва-гуна предоминировала, но преобладала. Необходимо поклоняться чистым преданным. Я вновь и вновь говорю об этом. Если вы примете обусловленную душу как духовного учителя, или даже на 50%, или даже на 90% освободившуюся душу, 100% блага ожидать бессмысленно. Я сейчас никого не критикую, никого не пытаюсь опровергнуть. Я просто говорю то, что сказано в шастрах. Есть две причины, три причины, почему что не может достигнуть совершенства. Первое, невозможно встретить возвышенного духовного учителя. Второе, несовершенство ученика, в то время как гуру совершенен. А в-третьих, несовершенство гуру. Итак, мы танцуем словно марионетки под влиянием майи, трех гун материальной природы. Кунти Деви говорит, когда два человека ругаются, они не осознают, но на самом деле ими руководит кукловод. То есть имеется в виду, когда две куклы, то есть в кукольном театре, два персонажа ругаются, то есть создается сцена, как ругаются две куклы, ими управляет кукловод. И то же самое происходит с людьми в материальном мире. Кунти Деви говорит об этом. It is the buddhi, intellect. Because you already know, many times you heard in Gita, Bhagavan speaking. В Гите Бхагаван часто говорит. Vayu kham mana buddhi vacha ahankara ityam me prakriti. That means your intellect, ваш интеллект, your mind, your ваш ум, intellect, all your body, тело, сила, мысли, материально. Ваши мысли материально. Then, by the help of material object, you cannot expect to get transcendental object. That is the main. И, естественно, мы не можем достигнуть трансцендентного при помощи материального. Это наша главная ошибка, то, что мы пытаемся делать всю свою жизнь. Мы пытаемся применить свой материальный ум, материальный разум, материальное тело для того, чтобы достигнуть трансцендентный уровень. Это невозможно. Для того, чтобы судить о трансцендентном, для того, чтобы увидеть трансцендентное. Это невозможно. При помощи материальных чувств мы не можем достигнуть апракритавасту, мы не можем познать его. При помощи материальных чувств, ума, разума достигнуть трансцендентный план невозможно. Your heart is so clean.
Если вы, однако, если вы будете день и ночь беспрерывно слушать Харикатху и Киртан, ваше сердце очистится настолько, что там не останется ничего, кроме бхакти. Санатана Госвами говорит, может быть, все ваши органы чувств полностью материальные. Но это не значит, что вы безнадежны и не можете совершать баджан. Нет. Да, ваши органы чувств абсолютно материальные, воспринимают лишь материю. Но продолжайте пить нектар Харикатхи и Киртана безостановочно, вновь и вновь. Наступит тот день, когда в вашем материальном теле проявится трансцендентное тело. Это не значит, что вот это вот наше материальное тело превратится в духовное. Нет, там внутри проявится трансцендентное тело. Внутри материального. Вы забудете о своем теле и о том, что с ним связано. Я все хочу предложить твоим лотосным стопам. Таков должен быть девиз преданных. Вы забудете обо всем, о своем теле, обо всем, что с ним, о том, что с ним связано, говорит Бхактивинода Такур. Бхагаван приводит замечательный пример. Как человек, который напился спиртного, настолько лишается сознания, что не понимает, одет он или то есть как он выглядит. Один юноша, прекрасный юноша, красиво очень одет. Гурупад Падма рассказывал эту историю, как красивый юноша хорошего происхождения напился упал в грязь. Его слуга пытается поднять его, отвезти домой, но тот не хочет вставать и говорит, со мной все в порядке. И Гуру Махарадж говорит, что таково наше состояние в материальном мире. Санатана Госвами говорит, что если вы будете регулярно принимать нектар Харикатхи, вы забудете о своем теле и обо всем, что с ним связано. Однажды один из сыновей Бхактивинода Такура отвез его к доктору. Он не хотел уезжать с Годрума, но тот настаивал, сын настаивал. Бхактивинода Такур вынужденно находился в то время в Калькутте. Из-за этого его критиковали, почему он оставил Годрум, но на самом деле не имеет никакого значения, где находится Бхактивинода Такур, он всегда остается Бхактивинода Такуром. Итак, все зависит от служения чистому преданному.
Но служение означает не просто стирать его одежду, приносить ему цветы и так далее. Нет, это необходимо понять сердце, сердце преданного, сердце вайшнава и действовать в соответствии с желаниями его сердца. Часто к Прабхупаду приходили и приносили пожертвования. Прабхупад спрашивает, для чего вы хотите, чтобы я... Для чего вы принесли эти пожертвования? На что направить их? На пир. Большой пир устроите на них. Прабхупад говорил, я не могу принять их. Заберите их назад. Но почему? Потому что вы даете мне советы, советы, как мне эти деньги потратить. Вы даете мне деньги для того, что вы приносите мне деньги для того, чтобы я сделал так, чтобы вы получили абсолютное благо. Но в то же время вы даете мне наставление, как я должен ими распорядиться. То есть это говорит о том, что у вас нет веры в меня. Вы не доверяете мне, вы думаете, что я использую их каким-то неверным образом. И часто такое случалось в жизни Прабхупады. То есть часто он отказывался от пожертвований. Вы думаете, гуру и вайшнавы заинтересованы в деньгах? Но это не так. Они заинтересованы в том, чтобы вы привели в гармонию свое сердце с их сердцем. Прабхупад часто говорил, необходимо привести в гармонию сердца. Все равно, что то есть на банку подойдет только подходящая к ней крышка. Крышка большего размера или меньшего не сможет ее закрыть. Точно так же ученик должен привести в гармонию свое сердце с гуру, сердцем гуру. И тогда в таком случае процесс, прогресс не заставит себя ждать. Материальные качества не затрагивают вишудха атму. То есть тем, что на самом деле, тем, чем на самом деле являетесь вы. То, чем на самом деле являетесь вы. Итак, прежде всего необходимо избавиться от влияния раджа и тамагуны. Сатва гуна лучше, потому что она способствует следованию дхармы. Дхарме. Относительно она хороша. Она дает вдохновение следовать дхарме. Но Бхагавата дхарма. Вспомните историю с Гокарнаджи Махараджем, когда его отец Атмадев плакал от всего произошедшего. Гокарнаджи Махарадж стал утешать его. Отец,
Тебе нужно отказаться от мирской дхармы. Безостановочно служи Бхагавата-дхарме. Не останавливайся. Материальная дхарма распространяется на собственное тело, на общество. Откажись от нее. Ты не сможешь достигнуть высшего блага при помощи ее. Служи саду и гуру, которые достигли совершенства. Но если ты будешь служить обусловленной душе, принимая ее за саду, ты не сможешь обрести благо. Предположим, вся семья спит. В это время приходит вор. Хочет что-то своровать в вашем доме. Если вор поймет, что хозяин не спит и в любой момент может обнаружить его, он не станет входить. Прежде всего, он проверяет, все ли спят, спит хозяин или нет. Если кто-то не спит в доме, если хозяин не спит, вор спокойно заходит в дом. Ой, простите, если хозяин спит, вор спокойно заходит в дом. Точно так же, если сатва-гуна преобладает, она защищает от раджа-тама-гуны. То есть раджа-тама-гуна не смеет войти. Если хозяин не спит, если хозяин на чеку, вор не зайдет в дом. Точно так же, если сатва-гуна преобладает, тама и раджа-гуна, если даже они захотят войти, если сатва-гуна на чеку, они не посмеют этого сделать. Поэтому сатва-гуна гораздо лучше, чем тама и раджа. О том, как победить сатва-гуну, мы поговорим дальше. То есть сатва-гуна способствует следованию дхармы, а тама и раджа-гуна — адхарме. Но в действительности мы не стремимся к знанию, к мирскому знанию. Бхагаван, Гуру и Вайшнавы могут избавить нас от невежества. Они легко могут избавить нас от невежества, но избавить от гьяны не так-то просто, потому что гьяна препятствует полному преданию.
она поселяет постоянные сомнения. То есть у вас уже сформировано мышление. И когда гуру Вайшнава дает вам свои наставления, вы подвергаете их сомнениям. Прабхупад говорит, прежде чем прийти ко мне, вам необходимо выбросить все свои сертификаты, все свои заслуги, все свои звания, дипломы и так далее. Скрутить их и выбросить в океан. Сделать так, чтобы вы уже не смогли их вернуть. И тогда вы можете прийти ко мне. Все это грязь. Избавьтесь от нее и приходите. Итак, наше знание, наше накопленное мирское знание грязно. Таким образом, избавить обусловленную душу от невежества легко, но от знания, то есть от гьяны, мирского знания, гордости, непросто. Потому что оба должны быть, обе стороны должны быть согласны. То есть и сам ученик, и учитель. Об этом поговорим завтра. Парамахамса Вайшнав обладает уникальными возможностями. Как лебедь может отделить молоко от воды, так и Парамахамса Вайшнав может в материальном мире, где все перемешано, извлечь нектар. Он может извлекать уроки из всего, что окружает его. Он может извлечь уроки даже, то есть чему-то научиться даже у вас. Потому что каждый обладает благими качествами. Нет человека в мире, кто состоял бы из одних недостатков. Обусловленная душа видит во всем недостатке. Кругом она видит все в черном цвете. То есть все она видит в черном цвете. Но Парамахамса Вайшнав обладает другим видением. Завтра мы поговорим о том, как выйти из-под влияния гун материальной природы. Продолжим обсуждение этого. Поговорим о том, как сделать так, чтобы Шуда Сатва осветила наше сердце. И благодаря Шуда Сатве мы поймем, что есть чистая преданность. Наступит день, когда мы осознаем, когда наше сердце осветит свет Шуда Сатвы. И тогда мы сможем совершать практику чистого преданного служения в ее подлинной форме. Как развить жажду, стремление? Это возможно лишь если мы будем наблюдать за определенным объектом, который привлекает наше внимание, привлекает нас. Когда мы смотрим на что-то роскошное, мы смотрим на него, и тут же у нас просыпается жажда обладать этим. То есть это не означает, что какой-то процесс, мы развиваем вот это вот желание обрести этот объект. Нет, он автоматически, лишь взглянув на этот объект, у нас появляется сильное стремление. Точно так же в отношении према. Thank you.